что я делал, снимаю. Ага. Так, буду показывать, как снимать жилу. Сушеный лист берем, замачиваем на 6 часов. Брызгалкой. Вот так берем. Раз. Такой зеленый лист выкидываем. Зеленый лист нельзя использовать. Берем. Оставляем. Так вот. Раз. Жилу выкинули. Там видно жилу? Да. Берем. Почти. Раз. Выкидываем. Берем. Раз. Выкидываем. Выкинули. Не надо заморачиваться. Главное, если передержите, то лучше подсушите лист. Потому что так он рваться не будет. В интернете показывают еще один способ. Вот такой. Берем лист. Вот лист. Складываем пополам. И отрываем. Вырываем жилу. Но я считаю, это долго. Жила не отрывается целиком. Мне проще вот так. Раз. Всё. Раз. И все. Если там в конце жил даже остается, то ничего страшного. Раз. Лицо не снимать, да? Раз. Ты это в интернет выкладывать будешь? Вот жилы. Угу. Которые нам не нужны. Вот листочки. Еще раз повторяю, я накладываю два ряда листочки. Вот так вот. И сбрызгиваю. Сильно сбрызгиваю водой. Потом складываю вот в этот мешок. На 6 часов. На даче складываю, да, мы приехали, пока искупались. Можно начинать. Как раз за 6 часов самое то. Пробовал оставлять на сутки. Жила больше размягчается и не рвется. Поэтому надо всего лишь полдня. Рву по-всякому. Уже просто руки привыкли. И так, и так. После того, как нарвали такое, вот смотрите, вот такой должен быть лист. Вот смотрите, вот такой вот консистенция, не крошится, воды нет, влаги нет, как тряпочка. Потом я его складываю, когда нарву. Уже без жилки. Жилки нет. Вот он как тряпочка. Потом я уберу, складываю в мешок до утра, другой чистый. Ты еще будешь показывать? Ты снимаешь? Да. Снимаю. А когда я снимал, он уже работает, да? Да. Ну, вот мы сложили такой мешок. Это уже готово резать. Можно резать. Можно резать.
нему должно остаться только жилы. А когда мы порежем все, потом я укладываю в переделанный холодильник. Может, я? Сейчас. Переделанный холодильник. В котором у нас... Все? В котором у нас 55 градусов. Потом засовываем все в банки. Пишем дату прямо на фольге. Вот нарезка. Yeah.